Успешным можно назвать выступление российской сборной на 14-х летних паралимпийских играх. Наши спортсмены вторые в неофициальном общекомандном зачете. Свой вклад в триумф страны внесли и омские спортсмены. В Лондоне наш регион представляли сразу 10 паралимпийцев. Из них троим удалось зайти на олимпийские пьедесталы. На счету атлетов Омской области – одна золотая и две серебряные медали. Первым триумфаторов игр встретил в Омском аэропорту министр спорта Омской области Владимир Сараев, который поздравил спортсменов с победами и достойными выступлениями на играх. Своим упорством, выдержкой, целеустремленностью вы по праву зашли на паралимпийские олимпы. Стоит отметить, что спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата представляли Омский регион на Паралимпиаде уже в четвертый раз и ни разу не возвращались домой без медали высшей пробы. Золото на этот раз привез немногословный и скромный 21-летний Иван Прохоров, ставший чемпионом в толкании ядра. Хочется сказать спасибо моей маме, моему тренеру Ларисе Васильевне Наместниковой. Вот, всем огромное спасибо, кто поддерживал. Талант Ивана раскрылся не так давно. Занимаясь спортом всего 7 лет, за короткий срок он прошел путь от новичка до мастера спорта международного класса, став победителем и призером чемпионатов России, мира и рекордсменом планеты. Он смог приехать на Олимпиаду первый раз в жизни в таком возрасте, и он смог преодолеть вот эту всю атмосферу и показать результат личный на метр дальше, чем он до этого показывал. Серебряные медали Лондона покорились также легкоатлетам. Наталье Гудковой в метании копья и Владимиру Андрющенко в толкании ядра. Мы немного устали. Чувства самые приятные. Мы приехали с медалями на родную землю. Вот. Хорошо выступили, достойно. То есть для нас медаль олимпийская – это самая дорогая, наверное. Героев Паралимпиады поздравили в правительстве Омской области. Губернатор Виктор Назаров вручил победителю и призерам денежные сертификаты и пообщался со спортсменами по итогам выступлений. А в Министерстве спорта Владимир Сараев поблагодарил серебряных призеров игр за высокие спортивные достижения, а также вручил удостоверение мастеров спорта по итогам 2011 года Юлии Ефимовой, Ивану Прокопьеву, Артуру Юсупову и Александру Кузюкову. С министром спорта и журналистами спортсмены поделились своими впечатлениями об играх, лондонцах и Лондоне. Конечно, потрясло. То есть, вот такие огромные масштабы, куча людей, куча фанатов, там люди болеют очень активно. Невозможно было остановиться, то есть люди прям отовсюду, о, вы русские, там, здравствуйте, то есть давайте фотографироваться, вели детей, и вот только если ты где-то встал, то тебя окружали прям со всех сторон, и уже было прям трудно было выбраться потом из этой толпы. Это у меня первая Олимпиада, я был физически очень готов, в хорошей форме, делал все, что мог, много работал перед этим. Получилось, что маленько не хватило опыта. Когда я только начал заниматься, у меня еще не было таких мыслей, что отбираться куда-то. Все как-то само получилось. Сейчас пока отдых маленько, а дальше начнем готовиться. Чемпионат России, а основной будет, наверное, старт, это чемпионат мира. Сейчас все спортсмены на пике своей физической формы и, кажется, готовы продолжать борьбу за первые места. Особенно те, кому олимпийская медаль пока не поддалась. Сейчас есть понимание того, что не наработано, что не доработано, что не сделано. Естественно, хочется это всю жизнь воплотить. До конца года многим из них еще предстоит сразиться на серьезных стартах. А на вопрос о планах на ближайшие 4 года Евгений Гудков резюмировал. Уже как бы до следующей Олимпиады осталось уже меньше 4 лет. Поэтому да, уже времени практически не осталось. Спортсменам, тренерам друг друга и супругам Наталье и Евгению Гудковым на Лондонской Паралимпиаде пришлось одновременно радоваться победе одного и переживать за поражение другого. В Пекине он был серебряный, я была пятая, а сейчас я серебряный, он четвертый. Но... Я не четвертый, я первый после пьедестала. Да, он так говорит. Ну, конечно, мы мечтали, что мы вдвоем выиграем медаль. Лучше, конечно, это золотая была бы, но так вот сложились обстоятельства. Паралимпийские, как и Олимпийские игры, вызывают неподдельный интерес у миллионов людей во всем мире. Выступления паралимпийцев восхищают. Ведь немалых преодолений стоит каждый выход на стадион спортсменов с ограниченными возможностями и с неограниченной силой воли и жаждой к победе.